Конечно, я верю в Господа, что у нас есть Всевышний, ну и нет такой же сильной позиции, потому что у меня много работы, также много разврата в наше время, и как бы сами понимаете. А вы запишите два слова, и вы найдете великие сокровища. Я слушаю. Игнатий Лапкин, это я. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, запишите. И тут напишите на меня, я проверю, правильно пишете или нет. И вы в скайпе меня сразу найдете. Я один на интернет с этой фамилией. Вот так вот. Игнатий Лапкин, правильно. А вот если напишите YouTube канал, канал «Во свете Библии», «Во свете Библии», Игнатий Лапкин, зарядите. Сейчас я в YouTube захожу, смотрю. Да, «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. У нас огромный он, 17 800 роликов. Просмотров 43 миллиона. О, нифига себе, да. Так, мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Если вы зарядите сайт, не скайп, а сайт, «Во свете Библии», Игнатий Лапкин, вы войдете на наш сайт. Там 50 книг моим голосом насчитанные. 38 томов книг, которые у меня вышли. И там я отвечаю студентам на 4124 вопроса, 55 папок. Сайт «Во свете Библии». Зарядите сайт «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. Хорошо, сейчас заряжу. Сайт. Такого нигде нет в интернете. В аудио 50 книг насчитано, Библия насчитана. Вы можете слушать ее моим голосом. Ну, хорошо. А вы вот, так сказать, транслируете на YouTube канал, да, то, что снимаете? Да, это мои ресурсы. Угу. А попадаются те, которые, ну вот... Конечно, прям... конечно. Мы переписываемся, устанавливается через интернет. В прошлом году у нас приезжали в деревню, мы строим на Алтайский край деревню, приезжали из Германии, из Ливана, приняли крещение в полное погружение в озере, как положено, не за деньги. Угу. То есть, ну, если так рассуждать, я могу попасть в 23-й выпуск? Нет, тут не в выпусках дело. Дело в том, что скайп такое есть. Вы сразу на меня выйдете. И любой вопрос будете задавать, какой вам понужно. То есть мы можем регулярно встречаться. Я вам скину, как у нас идут занятия в интернете. Это вам как раз будет нужно. А тут написано еще много сайтов про вас, ну вот в интернете я просто набрал. Да. Игнатий Лапкин, Википедия. Да, там что угодно пишут, потому что многим не нравится, что мы делаем-то. Где-то посчитали, примерно 220 роликов только против меня направлено. Ну, ничего нет, кроме клеветы. Отрезают мою голову, прицепляют к другому. Ну, безобразие еще это, хулиганье. Безобразие, да. А нам есть что сказать. Вот я был начальник детского лагеря, сам его образовал, 45 лет. И сейчас 3 года в ином формате. Без помощи государства 1000 детей подняли. В стране погублено 31 тысяча поселений. Мы получили землю, сами построили храм, школу, дорогу, 6 прудов восстановили, зарыбили их, рыба есть. Все за свой счет, потому что все работают. А то Путин виноват. Нам что, Путин будет хлеб печь, пища? У нас русские пищи, я 40 лет был печником. У нас все интересно, конкретно. Серьезно. Вот мы, книги, вот мне Господь, это не мое. Это Бог так сделал. У меня каждая книга 752 страницы, 38 томов. И в библиотеках денег нет. И мы с Барнаула доехали до Владивостока. Я дарил книги, полный комплект. А он стоит 750 евро. Потом до Лиссабона проехали. Португалия. Скандинавию прошли, Прибалтику, Север и Турцию. 650 посетили городов и сел. Сделали подарок библиотекам на 35 миллионов. Вот конкретная работа. Народ не образован. Пожалуйста. Дети беспризорные. Пожалуйста, занимаемся. Земля покинутая. Пожалуйста. Берем землю, обрабатываем, и дети учатся. Надо просто не теоретизировать, а работать. И не надо варить на правителей. За правителей мы молимся. У нас многие получают красные дипломы, врачи, там, юристы. Ну,
Мне было очень приятно с вами познакомиться, Игнатий. Да вы мало что познакомились. У меня последние книги еще не вышли. 4 тома стихотворений по 800 страниц. Я вот, ну, начну вас на Ютубе смотреть. Вы меня да. записывали. А по, на Ютубе, если зайдете, там, я могу что-то ответить, если вы по скайпу не зайдете. Я... Хорошо, хорошо. Только скажите, что я был в синем. Синее надето, чтобы я припомнил. Как звать того? Звать как вас? Владимир. Владимир, ну это славянское имя. Владей миром. Да, да, владеющий миром, да. А вы знаете, что у Бога все на 3 раза делается? Вот смотрите, князь Владимир крестит. Владимир. Это никак нельзя. Владимир Ульянов приходит, раскрещивает. И последний Владимир придет Антихристу, предаст Русь. Михаил I из дома Романовых, 1612 год. Брат, это Николай царь, отрекается в пользу Михаила. Конгломерат разрушен. И приходит третий Михаил Горбачев, уничтожает государство. Да, есть такое. Это не просто так. Люди просто не знают. Вот заметьте, напишите печатными буквами Горбачев. Вот напишите, я сейчас расскажу тайну этого имени. Горбачев печатными буквами. Ну, написал. Вот теперь смотрите. Вот у вас соседи, которые живут по соседям там, и за ними. Ну, фамилии, первую букву возьмите, еще получится, ничего не получится. Здесь получается так, от буквы так. Горе, которое очень постигает. Б. Горе Б. 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 Брежнев. Следующий за ним А. Андропов. Следующий за ним Че, Черненко, и следующий за ним Ельцин. 4 главных лица, один за другим, это уже мистическая личность. Вы поняли? Ну, есть в этих... Ну, о. Да, да, есть. Ну, ну это один за другим, они не наоборот, а именно в том порядке, как буквы идут. Это да, мы, да, меня за Слово Божие сажали, и когда я в тюрьме сидел, в это время посадили преподаватель 2-й группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович, это он мне рассказал. Серьезно. Мне пришлось за Слово Божие пройти 5 тюрем и лагерь. Еще только не было. Почему? Кроме книг, которые божественные, я насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. И брал интервью репрессированных. И стихотворение про Ленина написал. И мне все это кинули. Но мне это все было на пользу. Я только в 87-м освободился. А уже в 91-м реабилитирован. Как политзаключенный. Да, жизнь у вас интересная. Бьется. Очень интересная, да. Ну и на пользу все это. Мне пришлось по приглашению быть в Америке, много ездить, выступать, по «Голосу Америки» передачу здесь сделать. Вот так, Владимир. Для Бога жить. Это у тебя завтра лучезарное. Без Бога ничего нету, кроме червей в могиле. А когда ты веришь, как Достоевский говорит, если бы кто доказал мне, что Христос и истина несовместимы, лучше предпочел бы остаться со Христом, чем с истиной. Ничего нет привлекательнее и величественнее. Он умер за нас, воскрес и зовет. Тут воскресенье день, от чего? Воскрес, корень, и ен, суффикс, и окончание. 2019 год от чего идет? От Рождества Иисуса Христа. Кто Владимир? Князь. Что сделал? Крестил Русь, христианство приняли. Мы никуда не можем даже повернуться. Все наше. 2 200 000 000 христиан сегодня. Самые великие изобретения. Вот кто изобрел мобильный телефон? Мартин Купер, христианин. Кто изобрел интернет? Тим Бернерс-Ли, кто христианин? Лауреат Нобелевской премии физиологии Павлов Иван Петрович, кто? Христианин. Достоевский, кто? Христианин. Самое великое, самое значимое в мир внесли христиане. Но главное это Христос, что Он умер за нас. Такая радостная весть. У нас Пасха есть, когда приветствует Христос воскрес, воистину воскрес. Люди неверующие, у них ничего нет радости. Мне 81-й год. А я старости не чувствую. И ни одной таблетки еще не съел. Ну ладно, Игнатий, было приятно познакомиться. Так, еще Владимир, раз. Я жду вас. Приходите. Да, все хорошо. Я рад буду встретиться и вам ответить на ваши вопросы. Вы их заранее запишите. По скайпу.
по скайпу. Хорошо. С Богом. Лапкин, да. До свидания. Все, храни до тебя, свидания. Господь, и все ваше родство.